начали практически резать этот палец, потому что он у меня прикладывался к айфону. Перестал отреагировать на мой отпечаток, и они перестали его резать. Они нас начали бить, Сашу очень жестоко били, в общем, меня тоже, и грозили вот отрезать, и тогда пальцы стали ломать. У меня ран нет, у Саши есть рана ножевая. По версии, в общем, как бы, которой мы придерживаемся, что это все-таки связано с моей профессиональной деятельностью Саши. Когда вы его били, соответственно, прямо говорили, что ты слишком многих здесь защищаешь себя, здесь никого защищать не нужно.